Сидят, ждут, когда я выйду. Здорово, бульдоманы. Мне надо идти в сад. Лерочек, а ты что с ребятами не пошел? С Серегой, с Женей. Они уже там в саду. А я иду проверить крутоотпугиватель. Ну, новый. Первый у меня сгорел. Он был без воды. Ну, принцип его, знаете какой? Насос глубинный. Малыш. Малышок. Малыш. Тройка. Ой, как они смешно бегут. Лерочек, ты у меня степенный такой. Пойдем. Сказал степенный, а он не стал поддерживать эту марку. Опа. Опа. А тут уже. А тут уже. Есть. Есть улов. Вот так. Уже Мирка выловила. Ну что, не буду отбирать. Видите, рыбу какую. Вон. Ну ты хоть поделись с Марсиком. Как они едят ее. Кости же там в голове. Ого, не дает. Ну, ты. Марсик, отходи. А ты, лопушок. Надо было вперед бежать. Ух ты, Мирка урчит. Выловила, представляете? Побежала с утра. Она знает, куда бежать. Лирик тоже иногда ловит рыбу. Но этот раз он промухал. А Жорик только лягушек. Ну пусть ест ее добыча. Скажу Виктории, чтобы сегодня меньше ей каши давала. Фосфор. Все, опоздали. Рыбка подошла близко к берегу. А потому что сегодня солнечный день. Смотрите какой. Видите, солнечный. И вода стала прогреваться, а рыба пошла на прогрев. Мирка добычица. Марсик просит хоть хвостик. Марсик, хоть полезать в то место, где рыба была. Знаете? Ай-яй-яй. Мира. Мира. Ну, Марсику хоть дай. Марсик чешую лижет. Как они любят рыбу. Марсик, уйди. Уйди. Рада. Ой, Рада. Мира. Ну, твоя рыба. Ладно, все. Никто не отберет. Опять сейчас. Марсик, уйди. Уйди, не лезь туда. Уйди. Сейчас закрою дырку. Пусть поест. Это ее добыча. Понаблюдаем. Конечно, я понимаю, что и вам хочется. Но она с вами поделится. Сейчас пусть хоть половину съест.
И она, видели, с утра как ломанулась сюда. Она сразу же делает обход по периметру. И где рыбка подошла к берегу близко, она, видели, я видел, как она лапками раз вот сюда нырнула и вытащила ее. Мирочка, дай я. Мира. Мира. Я хочу, знаете что, лопатой разрубить ее и дать Марсику немножко. Мира. Мирка. Мирка. Как же не отнять? Нет, это я боюсь, она меня тяпнет. А она с икрой, гляньте. Видите, сколько икры. Ну иди. Иди. Иди, выходи. 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 Иди, Марсик. Иди туда. Иди в дырку. Иди в дырку. Да, да, лупай. В дырку иди. Кто ж сам шел теперь? На. Вон икра. Ой, бестолковый, блин, этот Марсик. Икры сколько? Ешь. А ты что смотришь? Не твоя добыча. Да он и не стремится к рыбе. Мира, иди, 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 иди куда-нибудь на травку. А то прям на сухих листьях. Все, пусть там съест. Опа. Здесь плеснулась рыбка, видели? Марсик икру съел. Ну вот это ему достанется. Икра. Ну, полезал немножко с утра. Все, иди назад. Вздохнул. Сегодня не мой день. Вот сюда они подходят, рыбки. Я пройду, посмотрю. А я же шел снять ролик про этот, про крот-отпугиватель. И меня тут Мирка перебила. Жене хоть кусочек забрать. Не, не отдаст. Марсик, лучше не иди. Вон, лучше кротов отпугивай. Глянь. Нарыли опять. Ой, Марсик! 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 Ну все. Марс, Мирка! Мирка! Мирка отнимает у меня. Мирка! Ну все, все. Марсик забрал мне рыбу. Мира! Мира! Держу. Они дерутся, знаете как? Ну как вам сказать? Пошла отнимать. Одно Марсик уже съел. Они дерутся не схватками. Надо. Все, нету рыбы. Они дерутся, ну как, тяпнутся и все. И расходятся. Вот если они сцепляются, Марсик, с Жориком, то да, это уже... А, вон кусок рыбы. Вон, все, все. Миркина добыча. Марсик, пошли со мной. Их надо увезти. Пойдем, Жорик. Марсик, пойдем. Сейчас рыбка будет съедена. Да, Мирочка, ну не спешишь ты. Хорошо, что я рядом, хоть разнял их. А так бы, конечно, бы за эту рыбу
Была бы драка. Но она ему не оставит даже хвостика. Мирка, она никому не оставляет. Все, Марсинчик. Надо быть более расторопным. Кто рано встает, тому озеро рыбку дает. А ты бежал третьим. Мирка первая бежала, всех пропустила. Пойдем, Марсик. Марсик, уходим. Уходим. Пошли. Все, а то она, когда нервничает, когда начинает быстро есть, и опасно, что она может подавиться косточками. Хотя косточки у сырой рыбы не такие опасные, как у вареной или у жареной. Они тогда становятся жесткими. Марсик, пошли! Марсик! Уходим! Он все-таки не теряет надежды получить хотя бы хвостик. Да. Ну, а я все-таки закончу свой ролик. Скажу, что тот, который был крутоотпугиватель на базе насоса вибрационного, он сгорел, потому что без воды был. Сейчас я налил воду, видите, вот вода. И здесь он в воде работает. А здесь стоит таймер. Отслеживает время. Вот. Сейчас. Слышите? Он гудит. Вот он будет гудеть 50 секунд. А потом выключится. И через 15 минут опять включится. Все. Закрываем конструкцию. Ну, вот так вот у нас маленькое приключение приключилось. Все, Мирка уже позавтракала. Марсику немножко икры досталось. А Жорику ничего не надо. Ему достанется любовь от Виктории. И все. И от дочери. А Марсик идет ни с чем. Ну, а Марсику достанется приз зрительских симпатий и сочувствия. Обычно сочувствуют все лирику. А сегодня все сочувствия будут Марсику. Пошел домой. Жаловаться Виктории будет.